Однажды в мрачный день рождения мне мама сделала сюрприз. Сварила баночку варенья, поставив банку на окно. Ну так вот, эту песню сочинил наркоман Шурик. Отвратительное существо, у которого на ногах были копыта, а на голове рог. Нам он казался сатаной, потому что он приходил на наши репетиции и пытался нас учить плохому. Он пытался нас учить играть, потому что он, в отличие от нас, умел играть, а мы нет. Но, в отличие от нас, он был металлистом, а мы нет. И он приходил и говорил: ребят, ну слушайте, давайте там сделаем уже, не знаю, там, что-нибудь такое вот. И мы пытались это делать, как могли. Мы были интеллигентные студенты гуманитарных и технических вузов, а он был уличный наркоман, играющий металл. И когда Романа был в группе Лихолесия, и Павел в группе Лихолесия, иногда мы собирались после репетиций, и, блин, думали: господи, боже, что он делает? Он плохо влияет на нашего барабанщика. Барабанщик был полностью под его влиянием. Он понимал, что группа играть не умеет, он играть умеет, значит, я буду с ним. Блин, а если мы вдруг начнем играть металл? И Кван, который всегда был рассудительным, говорит: ребята, не волнуйтесь. Даже если мы все захотим играть металл, мы не сможем. И они хотели вот с этой идеей записать концептуальный альбом в стиле «Обратной стороны Луны» и назвать его «Лифт». И там все должно было происходить в лифте. И чтобы добавить концепции, они хотели просто взять весь альбом «Обратная сторона Луны» песню за песню и просто переписать его в свой альбом. Причем даже не переиграть, а просто взять песню с кассеты на кассету и переписать. Понимаете? Причем даже в том же порядке. И назвать «Лифт». И лишь одна песня там должна была быть уникальная. Вот эта вот. Мне мама сделала сюрприз, купила баночку варенья, поставив банку на окно. А я люблю деликатесы, я до сладостей охочен, как стемнеет поскорей, я лезу к баночке своей, я ем. Только хай-хай, это тарелки от ударной установки мы их сперли. И пошли репетировать, а собственно говоря.
Но туалет был оборудован под ревизионную точку. Унитазы были спилены. И там было очень холодно, потому что от улицы нас отделяла стеклянная стена, и мы все время мерзли. И к нам приходил завхоз этого клуба, приносил все новое и новое оборудование, все новые и новые клавиши, усилители. И мы думали, что мы попали в рай. Но потом оказалось, что завхоз варюга. Его собрались посадить. А потом пришли к нам, спросили, а где усилители, где клавиши, где саксофон? А саксофон был у меня дома уже. И динамики тоже были уже дома у нас. Я очень хорошо помню, как мы... Не знаете, я это расскажу без музыки. Я очень хорошо помню, как мы тащили их по холодному ледяному льду февральскому, катили вот так вот по горке динамики, они были деревянные, мы их прикатили домой, спрятали там. А саксофон лежал у меня дома, но на нем играть было нельзя, потому что завхоз уже спер мой штук.